В начале встречи директор колледжа Сергей Нерубенко познакомил исполняющего обязанности главы района Олега Хромова и всех присутствующих со структурой учебного заведения и тех взаимосвязях, которые колледж наладил за долгие годы с предприятиями. В учебном заведении разработаны этапы целевой подготовки, начиная от заявки работодателя до момента трудоустройства. Главный работодатель колледжа – аэропорт Домодедово. Ежегодно порядка 1500 специалистов, выпускников Москвы принимают в свои ряды аэропорт. Сегодня 200 студентов являются участниками программы «Приток», позволяющей уже во время учебы приобрести опыт работы на данном предприятии. Компания платит своим будущим сотрудникам стипендию, которая на порядок выше обычной стипендии студента колледжа. Одной из самых главных задач колледжа на сегодняшний день – это является поиск партнеров, поиск тех предприятий, которые будут конечным потребителем, будут конечной такой точкой, где будут наши дети оставаться работать. И нам бы очень хотелось бы, чтобы такая вообще наша позиция в работе нашего колледжа, чтобы дети, которые, наши студенты, дети, которые живут в Ленинском районе, оставались работать в Ленинском районе. Правительство государства считает бессмысленным выпускать кадры, которые после не будут работать по специальности. Именно поэтому важна взаимосвязь с работодателями. Колледж готов менять свои обучающие профили в зависимости от потребностей рынка труда. Но пока все же контакт с предприятиями налажен слабо. Нет четких цифр о потребностях. Нет четкого определенного круга работодателей, которые хотели бы сформировать свои потребности и вместе с нами выполнять не только функцию организации производственной практики и производственного обучения, но в том числе и функцию совместной подготовки. Родителям важно, считает руководство колледжа, знать, где их дети будут работать задолго до окончания учебы. Идеально, если работа будет рядом с домом, тем более, что сегодня это является основой экономики. Но, как известно, вчерашние студенты едут работать в ту же Москву из-за более высоких зарплат. Как минимум, вот как у нас по программе «Приток» существует, трехлетнюю занятость обеспечить в наших медицинских учреждениях. Потому что мы не должны превратиться только трамплином для московских клиник, особенно частных, когда это медсестра будет оперировать или там помогать в соответствующих московских клиниках. Мы очень заинтересованы их задержать у себя. Сам же колледж ведет хорошую профориентационную работу. Результаты говорят сами за себя. Поменялся колледж, количество специальностей, сам имидж образовательный этого профессионального учреждения среди образовательных учреждений района, области. Конечно же, меняет отношение детей и родителей. Меня, например, в прошлом году, мой 9-й класс, который я выпускала, обучала, они у меня в составе 97%, представляете, ушли в колледж. Популярности колледжу добавляют и встречи студентов со старшеклассниками. Лучше, чем из уст в уста, лучше, чем ребенок, студента, школьнику никто не расскажет. Потому что ребята, конечно, не особо доверяют нам, взрослым. Мы приходим, рассказываем, как у нас хорошо и замечательно. Когда приходит студент, вот мы получили 97%. В прошлом году ходил студент к Татьяне Юрьевне. Все вопросы, затронутые на конференции, будут решаться, сказал Олег Хромов, высоко оценивая эффективность учебного заведения. Мы договорились также с руководством аэропорта Домодедово, с председателем совета директоров Дмитрием Владимировичем Камечком, о том, что и Ленинский район подпишет соответствующее соглашение с аэропортом. И мы будем оказывать, наверное, большую поддержку, все, что необходимо для создания новых рабочих мест, так как все-таки специфика нашего района – это услуги, торговля и логистика. Соответственно, мы должны и в этой области готовить профессиональные кадры, специалистов. Итогом встречи должна стать работа по выработке эффективного механизма организации целевого набора и обучения студентов колледжа. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.